my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Двадцать пятого, уже после обеда, так как я вчера плавал, то сегодня чувствую себя немножко уставшим, поэтому решил никуда не ехать плавать, а только проехаться на мотоцикле до города Туттлингена и посмотреть, как продвигается речка. Здесь, конечно, спускать не стоит ее, лодку, потому что вон, там порог, здесь порог, чуть дальше еще порог. Получается, каждые 100 метров я буду вылазить с лодки. Или, если не вылазить, то царапать ее, скребти по этому дну, везде по камням. И камни часто острые тоже. Вчера ночью еще по карте смотрел, где собираются какие речки. Это уже новые речки. Но частично здесь присутствует старый Дунай. Я, кажется, думал, что весь Дунай провалится вниз. Оказывается, они сразу после города Иммендинген. Там я заметил, еще остановился, в конце видео я еще показал, возле одной дамбы остановился, и там вода отводилась в сторону. Я сначала думал, она просто вокруг дамбы обходит и спускается опять ниже. Что-то не обратил внимания, что она не выходит. И когда по карте ночью посмотрел, оказывается, они под горой прорыли туннель, прямой такой вот канал, прорыли под горой, и она выходит, вот эта вот гора, так, где это? Вот эта вот гора, вот этот черный лес, который выпирает. Это такая гора полукруглая. И вот они чисто про ней, под ней пробили такой канал. Я не знаю, какой там длины, километр или сколько. Пока речка опять не возвращается назад. И тут же канал выходит в речку. Получается, они часть воды отводят в сторону, чтобы речка полностью не пропала. И, как говорится, она продолжается здесь. Проехал поближе к Туттлингену, уже почти подъезжаю. Я здесь весной, когда был, на велосипеде катался вдоль дорожки тут и вдоль реки. Тут вот эта вот сторона тоже была затоплена. И она была широкая, быстрое течение. Вот получается, все время пороги. По таким порогам, блин, вообще лодку быстро убьешь. Потому что там, ну там можно еще проскочить. Спереди уже становится вроде поглубже, там дальше. А тут так немножко. Ну, как говорится, глубина нормальная тут вот, не считая этих порогов. Теперь я в городе Туттлинген. Такой вот крытый деревянный мост. Ну, для пешеходов, конечно. Тут парк. Я остановился в парке. Переехал на другую сторону уже. Потому что я катался тут на велосипеде, по этой стороне только. Сейчас решил на мотоцикле ехать по другой стороне. Но здесь широкая и стоячая почти. Рыбка ходит. Канал широкий. Там центр, видать, да, центр. И вот здесь... А, там что-то возле моста. Расход какой-то. Тоже небольшая. Дамба, спуск, может быть. Что слева... Мелко. Что справа, там тоже мелко. Ну, вроде справа, там вот совсем правый угол. Может быть, проскочить можно, но спереди цеплять будет немножко. Я не знаю, видно или нет, какая огромная рыба тут ходит внизу. Вот такая она здесь везде плавает. Где-то 30-35 сантиметров. Ну, что-то на форель не похоже. Что-то больше как-то на карп, сазан, что-то похоже. Вот эта вот дамба открыта. Если бы она закрыта была, здесь бы больше воды было. Тут можно немножко проплыть, там опять немножко камушки, но там не знаю. Кто-то может скажет, ну и возня у тебя, много работы делаешь. Сначала надо проехать речку, просмотреть всю,
потом повторно это все на лодке проходить, а также возня тоже с мотоциклом и с машиной туда-сюда их возить. Я скажу, да, можно и без изучения реки тронуться, просто посмотреть по карте. Но если просто по карте посмотришь, они все совпадают, вот как этот, там где река проваливается и на пару километров уходит. Если бы я туда доплыл бы, мне пришлось бы куда-то пешком потом телепать, вот эти пару километров тащить лодку по траве или по мелкой воде, а тоже запыхаешься. Поэтому время есть, я изучаю. Как говорится, мне же надо планировать примерно, где скидывать мотоцикл, где машину парковать. Сейчас я в конце города, здесь уже выглядит получше. Наверное, где-то спереди дамба, потому что собирается речка. Но она не глубокая, там вон вижу камни в воде. Здесь не видно. Здесь, наверное, поглубже. Ну, придется сейчас дальше ехать. Вот она поворачивает вдоль горы, потом опять уходит направо. Здесь дальше она уже покрупнее. Я надеюсь, она уже будет дальше вся такая крупная. Сейчас едем до того поселения примерно. Заехал уже в следующую деревню. Тут опять такой канал. Ну не глубоко, вон. Здесь буквально может быть сантиметров 30, а местами еще меньше. Вдоль дороги только что ехал, там канал поуже был. И местами тоже были пороги. Один-два порога я видел. Где-то вот в одном месте держаться можно пройти. А так, воды мало, конечно. Вот речка внизу, опять так же. Переход небольшой, мелко. И вот туда речка уходит. Горы по краям становятся вроде повыше. Такая самодельная дамба. Кто-то здесь, как говорится, сделал, чтобы здесь поглубже было, с этой стороны. И, как говорится, очень много, где надо будет, может быть, царапать лодку или ходить пешочком. Тут, а там, а еще дальше немножко. Даже не знаю. Задумался немножко, стоит ли это дело продолжать. Рыба вот стоит, эта вот большая. Сейчас бы с берега с очком раз зацепил ее и все. Здесь почему-то по ущелью нету дороги для машин, для техники. Пришлось мне ехать через гору где-то там. Но река текет здесь. Она также здесь глубокая. Скалы уже видно. Как говорится, над Дунаем такие вот, как говорится, скалы висят. Сейчас перевал через гору. На макушке тут я нахожусь. Там внизу где-то Дунай текет, вон скала, на скале какой-то домик или это крепость, не знаю. Если получится подъехать поближе, посмотрим. Спускаясь вниз к Дунаю, тут вот Дунай текет, как он прокопал между... Ущелье прокопал, можно сказать, Дунай. Тут спереди маленькая деревня Бойрод. И монастырь такой вот большой. Вот монастырь. Какие там горы. И там вон на горе находится какой-то замок еще. Здесь такое ущелье, можно сказать. Я же запутался, в какую сторону Дунау вообще текет. Вверх-вниз езжу по этим холмам. Не понимаю вообще, откуда, куда речка и где она. Здесь такие холмы. Вот тут спереди находится монастырь, большая парковка. Здесь такие вот, как небольшой кемпинг. Можно ночевать здесь, вот таких. И вот деревянный мост, старый. Вроде как его построили в 50-х годах. Но постарались сделать так, чтобы он выглядел, как будто как он раньше, какого-то 1800 года выглядел. Такой вот длинный он, где-то метров 100. И полностью деревянный, даже окон нету. Сейчас покажу, какие окна. Здесь, если смотреть, какие крепления большие. Крыша. Я не понимаю вообще, какая суть в этих мостах, которые крытые. Вот такие вот окна, можно сказать. Где ты видишь речку.
Как она здесь смотрится. Ну, единственный плюс — в непогоду здесь хорошо. Вот речка. Вот здесь я нахожусь, Бойрон. И тут вдоль речки можно идти. Вот сколько замков этих, руин всякие. Красные полоски — это, видать, эти дамбы. Возле монастыря меня эти горы завораживают. Там видно местами пещеры или места, где можно подойти к уклону. С удовольствием бы полазил бы там, но на это надо денек. Возле монастыря стоит такой вот отель, видать, старый какой-то. 1904 года. Вообще-то кирпич. Вверху тоже кирпич. Но он облицованный, вот, как фанера или что-то такое вот. Какие здесь горы. Даже как поверить не могу. Что-то как-то непривычно. Кажется, как будто я где-то на Кавказе или в Альпах. Тут как будто проход выдолбленный. Прям что-то так кажется, что он вниз идет здесь. Вот здесь Дунай текет. Посреди этих пещер. Скал. Спереди стоит скала, на которой тоже замок или крепость там. Ну, крепость, наверное, больше. И прям как будто деревушка там маленькая находится. Несколько домов. Это место мне знакомо. Мы когда тестировали машины, я здесь с напарником ездил. Ну, он меня возил, показывал местности. Я вот помню, мы здесь вот проезжали, я видел эту крепость вверху. Как люди не боялись строить на таких крепостях, ну, пропасть. Потому что разрушение идет. И... А если землетрясение будет, тогда вообще может быть все рухнуть. Ты спишь, может быть, ночью. Бам, и полетело все вниз. Это точно не для меня. Так на краю жить. Ладно, еще где-то 50 метров от края или больше. Не обязательно же прям на краю жить. Можно дом поставить, скажем, где-то 200 метров и... К краю подходить можно в любое время. Хорошо, прям вдоль Дуная трасса. Прям по ущелью идешь. Вон там вверху крепость, которую я только что показывал с другой стороны. Здесь такой старый каменный мост. Ну, выглядит по-старому, но я не думаю, что он очень старый. Мне кажется, он также вел туда, на этот большой монастырь. Горы продолжаются, но спереди уже, как видно, уменьшаются. Может быть, заканчивается уже. Здесь также эти водоросли везде. Там спереди такие большие скалы были. У меня аж мурашки по коже были. Так мне это прикололо или понравилось, не знаю. Здесь уже немножко поменьше скалы. И прям окружен горами. Со всех сторон горы. Здесь такая вот крупная дамба. Написано, что здесь вроде мельница была раньше. Еще такие крутые горы, прям вообще на берегу, на краю стоят. Не советуют быстро ехать, потому что могут камни упасть. И Дунай спокойно также текет рядом. Скалы, офигеть, меня аж завораживает. Я аж кайфую. Ну, как-то уже не так жарко сегодня. Я еду по этому ущелью, как-то прохладно ехать. Приехал в город Зигмаринген, который лежит на Дунае. Заехал в Кауфленд, он тут рядом, прямо на парковке. Взял себе мороженка. Сейчас прогуляюсь немножко по городу. Время есть. Старый центр этого города. Посмотрим, как выглядят здесь улочки. Красиво выглядит. Вот, как я сейчас пока смотрю. Случайно залетел сюда. Ратуша такая вот старая. И вот... Колодец посередине. И домики интересные. Я сначала думал, это какая-то церковь, а потом присмотрелся, это ихний замок. Башня интересная такая. Я у замка еще не видел таких башен. Может быть, это так, как и церковь, может быть, сразу является церковью. Сколько много маленьких башенек. Разукрашенные окна. Здесь сбоку уже как
говорится, простой, как говорится, дом для рабочих сбоку. А вот это вот главное здание, конечно, разукрашено. Там вверху какая-то большая терраса еще. Какая-то вилла, задняя часть его. Такая терраса. Тут внизу, наверное, фонтан был. Почему-то все загорожено. Зашел в такой вот парк. Пройтись здесь по парку, посмотреть. Вот парк. Недалеко от центра. Прямо возле вокзала железнодорожного. Я так думаю, это парк был раньше. Принадлежал замку. Или просто городской. Ну, это такой старый центр. Вот спереди меня находится старый центр. Поднялся на этот палисадник или террасу, которая разукрашена. Там на табличке написано, что это было сделано для, ну, как говорится, для богатых здесь, а кто здесь жил. В середине 19 века было это построено. И также вот это вот, как говорится, огород, или как его назвать, сад. Сад посадили. Когда в других частях люди голодовали, не было денег, конечно, государство кайфовало. Но это и сейчас происходит так. В Германии много в плохом состоянии, мосты надо ремонтировать, дороги и все такое вот, но они миллиарды вывозят за границу. Помощь чего-то и еще чего-то. Непонятно. Уже, наверное, 7 часов, а я гуляю. Ну, я уже заканчиваю, сейчас пройду вокруг этой крепости. Или замка, что это такое. Ну, как говорится, раз на возвышенности находится, стены я не вижу, может быть, она разрушена, не знаю. Только здание видно. Здесь можно перейти мост через Дунай. Здесь железная дорога также идет. Вон туда идет Дунай. Он полностью покрыт этими водорослями. Электрицитет. Добывают электричество с 1896 года по 2006 года. Реставрация, наверное, была. Здесь Дунай, конечно, смотрится очень широко. Из-за этой дамбы, наверное. Тут такая вот отбивная. Это, видать, было раньше сделано для льдов или еще что-то. И там в углу утка сделала гнездо. И у нее тут вот сбоку маленькие утята уже плавают. А вот еще, это кто пришел, мамочка или папочка? Неплохо они себе нашли место. Здесь можно через речку подняться на эту скалу. И с ней открывается хороший обзор. Сейчас посмотрим, как на нее подняться. Время еще есть у меня. Хорошая велосипедная дорожка. Прям такая вверх идет, мимо этих скал. И здесь для поезда выломали проход. А там еще вот у моста прям такой вот зазор, как говорится. Обрезали кусок здесь, вон тут вот. Откуда-то оттуда я приехал, по этому ущелью. Тут начался город Зигмарин, но он какой-то раскинутый. Тут немножко, там немножко, парки. Он какой-то такой вот зеленый, не все в куче. Здесь, можно сказать, это старый центр. Вокруг этого замка. Можно сказать, на него больше замок, чем крепость. Потому что я не вижу стен. Может быть, были какие-то стены? Или стены шли вдоль воды, как оборона? Но он большой, конечно. Вон сбоку еще такие вот рабочие здания. Старый центр уходит туда также. Вот он парк, где я гулял немножко. Железная дорога, где я перешел мост. И в ту сторону вокзал. Под нами проходит также туннель трассы, которая ведет также дальше вдоль Дуная. Я сейчас еще немножко потопаю до мотоцикла. До мотоцикла немножко и уже опять еду назад домой. Заправиться надо и домой. Я мороженое покушал. Я немножко голодный был, покушал мороженое.
И сразу как-то аппетит пропал. Ну, говорится, желудок пока не хочет ничего. Смотрится, как в сказке. Понастроено столько, как говорится, башенек. И длинные елки-палки, если посчитать, сколько там комнат в длину во всю. Еду домой по другой дороге. Уже, наверное, 9 час. Все, солнце сядет. Вижу Боденское озеро, но Альп не вижу. Еду по другой дороге. Мне до дома, в общем, 50 километров. Но сейчас холодно уже. У меня колени замерзли, руки замерзли. Сейчас до дома осталось буквально, может быть, 10 километров. И буду дома обогреваться теплым чаем. Ой-ой. Но день был удачный. Хоть я и выехал поздно, уже после часа, что-то такое, около 2, может быть, выехал. Просто проехаться вдоль Дуная. Потом решил, а, поеду уже совсем дальше до Дуная. Сколько день позволит, сколько еще позволит. Вот такие вот дни у меня очень редко, когда я просто так вот, слепую, можно сказать, просто поехал, то посмотрел, то посмотрел. Мне понравился денек. Мог бы пораньше выехать. И, может быть, и лучше было бы еще чуть потеплее одеться или запасную одежду взять с собой. Потому что холодно вечером. Сейчас, наверное, на улице уже вот стою, руки мерзнут немножко. Все, всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь. Жмите на колокольчик. Никогда не говорил. Колокольчик говорит о том, что у меня выходит новое видео, оно вас будет сообщать.